И затем до 5 часов следующего дня. До 5 часов среды будет дождь и 8 градусов. Это та самая среда, когда в Нью-Йорке в эту самую среду, завтра, будет плюс 32, я напоминаю. Это та среда, не какая-то другая среда, а это та самая среда, когда в Нью-Йорке будет плюс 32. У нас будет 8. Как вы сравниваете с Нью-Йорком? Ну, потому что так надо же делать людям больно. Но. Надо делать людям, сделать шпилька. Я говорил, Церетели, ты знаешь, Церетели? Церетели звонил мне в программу и говорил, говорил в бригаду, и говорил, зачем Сережа сделал шпилька? Такой хороший парень сделал шпилька. Зачем? Ну зачем? Мне хочется сделать шпилька. Ничего не поделаешь. Не, ребята, все будет хорошо. Я сейчас говорю, тепло будет, значит, в четверг будет 17. А во в пятницу, ну вы этого не заслужили, будет плюс 20, но вы этого не заслужили. Значит, пятница какое число будет уже? День пионерии? Нет, когда будет день пионерии? Сегодня какое число? 15, 16. 16 вторняк, значит, будет 17, 18, 19. 19 будет в пятницу, день пионерии, понимаешь? Значит, и в пятницу будет 20 градусов вам, пожалуйста. В субботу это будет уже 22. Потом опять 15, потом опять все используется, будет 15, но это не... Ну, потом зима и все. Хорошо, давайте говорить на что-нибудь другое, о чем-нибудь более продуктивном. Значит, в Узбекистане. Это в Узбекистане нам водители ищут. В России создается беспрецедентная единая база обо всех гражданах. Вообще все. Совсем все, все твои проступки. Понимаешь, вот человек получает доступ. Дарья Кнор. Mm-hmm. Значит, смотри. Вообще всегда все, что ты... Где-то лечилась. Например, ты в Краснодаре была, угу. Проездом в Сочи, угу. Зашла, там, что-то сделала. Например, там, пробку из уха достала какую-нибудь серную. Окей, это помечено, там в реестре. И сегодня офицер ФСБ про это тебе говорит. Говорит, как левое ушко? Говорит, Дашенька, как левое ушко? Схотевый. А ты говоришь, что? Откуда он знает? Откуда он знает? А он знает все, вообще все. Понимаешь? Причем все же чеки все будут тоже в компьютере, тоже в этом самом. Понимаешь? Вот по чекам, я думаю, самое все простое. Все по всему вообще. Не только чеки, вообще все. Вообще все будет в едином компьютере. В общем, Дарья Кнор, экземпляр. Смотрите, мне понятно, как, например, посмотреть историю моих покупок в интернете и в магазине. Очевидно. Это очевидно. Услуг. Извините, услуг.